Бюджет столицы Чувашской республики, граница Чебоксар, число рекламных конструкций и торговых палаток. Депутаты ЧГСД на 45-м заседании внесли в жизнь города много изменений. Подробности узнавала Ольга Пырочкина. Где-то прибыло, где-то убыло. Вот так можно в целом сказать о решениях, принятых на очередном городском собрании депутатов. Что касается бюджета. По словам народных избранников, с учетом нынешних корректировок, размер городской казны стал беспрецедентным. У нас в этом году небывалый по всем предыдущим годам размер бюджета. Доходная часть бюджета составляет 8 миллиардов 400 с лишним миллионов рублей. Сегодня произошло изменение бюджета в сумме, в общей сумме 1 миллиард 252 миллиона рублей. Из них изменение собственных доходов в размере 142 миллиона и безвозмездные поступления со стороны вышестоящего бюджета – это 1 миллиард 109 миллионов. Собственные доходы города выросли в основном за счет сделок с недвижимостью, продажи земельных участков. Вырученные средства решили направить на адресные инвестиционные программы, ремонт дорог и строительство детских садов. Несмотря на такую доходную часть, без дефицита все равно не обойтись. Он, по прогнозам, составит около 300 миллионов рублей. Что, впрочем, не выходит за рамки, установленные российским законодательством. Кроме бюджета, в городе увеличивается количество рекламных конструкций, что, кстати, тоже положительно скажется на городской казне. На чебоксарских улицах появится еще один рекламный щит, 23 пилона на остановках и другие конструкции. А вот количество так называемых нестационарных торговых объектов, то есть различных ларьков, в скором времени уменьшится. Политика городских властей направлена на сокращение количества ларьков, киосков вот этой вот нестационарной торговой сети. Мы за то, чтобы торговля велась через стационарные магазины, она более упорядочена, меньше жалоб, меньше мусора и так далее. И нормальный вид у города. Однако здесь есть исключение. К примеру, зеленый свет дали киоскам с артезианской водой. Границы города Чебоксара народные избранники тоже решили изменить. Так, Пихтулинская свалка больше не территория столицы Чувашии. Теперь это муниципальный округ. Зато территория Чебоксар пополнилась землями сельхозназначений, промышленности и другого назначения. В общей сложности это больше 200 гектаров. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.